Привет. Привет. Да, привет. Все отлично. Мы производим впечатление женщин на расхват. Хуже нет первого скучного свидания. Не, я не хочу туда. Друзья, первое свидание проходили, знаете, что это такое. Так вот, в театре МДМ стартует мюзикл с одноименным названием «Первое свидание». Современный, остроумный, хлесткий комедийный спектакль о свидании вслепую. Расскажите о самом своем необычном первом свидании. Вы знаете, оно сегодня. Я пришла на первое свидание, здесь столько красивых мужчин, это такая атмосфера, я так растерялась, не знаю, как мне быть прям. Какой сразу что-то вопрос, меня давно не приглашали. Да. Все фанаты от нас отпишутся, если мы сейчас честно ответим на этот вопрос. Я пытаюсь вспомнить, когда у меня было свидание. Когда у вас было последнее первое свидание? Лет 13 назад. Вы помните его? Нет. Честно, их было не так много, потому что у меня муж мой первый, единственный, любимый с 15 лет. И тогда, 11 лет назад, уже трудно это вспомнить. Но я думаю, что у нас было их предостаточно, тех самых первых, особенно где-нибудь на горе, на склоне, на сноуборде. В таком вот романтическом плане, наверное, да. Я ожидаю хулиганского, легкого, настроенческого мюзикла, может быть, с необычными какими-то выходами в зал, я не знаю. Хочется просто отдохнуть и повеселиться. Я пошел на первый мюзикл «Метро» еще в каком-то махровом 90 каком-то году. Посмотрим, что здесь будет. Здесь, говорят, вообще актеры будут между нами как-то взаимодействовать, да. Их можно трогать, сказали, можно кормить. Посмотрите, какая здесь красота, вы увидите этот спектакль, влюбитесь и, возможно, какие-то новые краски откройте сами в себе. Вы знаете, для меня это очень необычный формат, потому что я не участвовал в иммерсивных спектаклях ни в каких. Меня за час начало колбасить. Проходите. Мюзикл потрясающий. То есть, на самом деле, действительно, это такое удачное сочетание современности и вечных ценностей, как бы, да, личные отношения, помноженные на Google, социальные сети, на религию, на сложные взаимоотношения, даже на помешанные на сексуальных аспектах, которые тоже тут просматриваются. Так что очень здорово, очень приятно, и главное так... Приятно бодрит. Вспоминается свои первые свидания и чувствуешь себя прямо так снова молодо, свежо и приятно. Мне очень понравилось, потому что я почувствовала себя в Америке. Таких мюзиклов нету у нас в России, но я точно не слышала, не видела. Было прям необычно приятно и спасибо, что пригласили. Я вам скажу, что это какой-то потрясающий формат. Впервые в России такое, и я впервые принимаю именно в таком формате мюзикла участие. Мне безумно нравится, потому что, придя на другой состав, посмотрев этот спектакль, так я сказала: вау, я хочу ходить и смотреть это шоу постоянно, и как можно чаще, как можно больше. И мне очень хочется, чтобы в нашей стране это прижилось, потому что это очень легко, это очень клево, это очень доступно. Это тот момент, когда ты можешь быть как зритель, таким же живым, как актер на сцене. Ты можешь смеяться, хохотать, плакать, и тебе никто не будет ругать, что тихо-тихо-тихо-тихо. Я влюбилась просто в эту героиню, в этого героя, вообще во все, что происходит, в то, как это написано, как это в итоге сделали. Я просто целиком и полностью в этом проекте и полностью ассоциирую эту героиню с собой. И очень много совпадений каких-то символичных. И, короче, это очень круто. Что мне больше всего понравилось? Мне понравилось, когда мужчина мутозил женщину в красном. Замечательно. Нам очень понравилось, и мы всем советуем пойти на этот замечательный мюзикл. Ходите и не бойтесь на первые свидания, рискуйте, потому что где-то ждет вас любовь. И сразу совет по поводу первых свиданий. Будьте просто собой. Раскрепощение. Очень, очень сильно понравилось. Мне очень понравились песни и пляски. Реально один из тех мюзиклов, на который хочется сходить второй раз. То есть здесь, получается, уже будет не первое свидание, а второе свидание. И все в первый раз. Поэтому нужно сходить обязательно в первый раз, и второй, и третий. Я хочу, чтобы каждое первое свидание у всех у нас было запоминающимся.
Для кого-то этот мюзикл станет руководством к первому свиданию. Для кого-то приятным воспоминанием прошлого собственного опыта. Но знаете, что самое интересное? Что в любом случае вы узнаете себя в героях. Потому что эта история про обычных людей, про нас, или про друзей, или про знакомых. Главное, что эта история настоящая. Ай-яй-яй-яй, что за скотина? Бывший пошел, ты в жопу пошел. Я думаю, что это не вставят. Ну ладно, до свидания. Спасибо. Ой, классно. Все на кассиру. Ровно! Это круто.